Ну да, спасибо за приглашение сказать. Ну, в общем, уже было два семинара про матрицы Гугля. Одна, ну, две работы с Олегом были рассказаны здесь. Ну, это было... Да. Ну, тут и аудитория омолодилась. Ну, и вообще так надо что-то, может, напомнить. Заснул. Ну, как-то вот эти матрицы Гугля, которые все используют на самом деле каждый день, когда вы делаете поиск search в Гугле, там заложен некоторый алгоритм, ну, как математический матч. Почему они выиграли в 1998 году, когда ввели алгоритм? Но на самом деле основано как бы на работе Маркова, Марковских цепях, 1906 год, Андрей Андреевич Марков опубликовал статью в трудах Казанского университета, на которой, можно сказать, покоится весь успех самых крупных монополий нынешнего мира, которые имеют, как Google, миллиарды долларов, сотни миллиардов. Марков Владимир Ильич, понимаете, да. Ну вот такие матрицы, которые возникают, но я как пишу, которые как бы вот, ну, может быть, неожиданно, что математики вводят какую-то концепцию, которая оказывается спустя 100 лет, ну, как вот, всех вот таких компьютерных технологий. Ну, и это как бы задача о линках или о друзьях. Один друг говорит, даже, ну, как бы там были исследования, может, где-то уже 50-е годы, разные люди как бы пытались это сформулировать в математическом виде, концепцию. Ну вот и социологи вклад сделали. То есть можно, один из них там, Леон Канц, он пошел в детский сад и стал спрашивать ребят, ну кто твой друг, покажи мне, он показывает. Но его друг не обязательно говорит, что он его друг. Вот, у них вот как бы такой направленный нетворк возникает, который вот... Кто-то говорит, ты мне, он мне друг, а он говорит, а вот этот мне друг, и вот как это все исследовать, эту схему друзей, но стало очень актуально. Ну, Facebook, может, это не направленный нетворк, а Twitter это направленный нетворк. Ну и есть разные приложения, ну вот так, Google Search, он рассматривает нетворк, это 3W. Ну и разные могут быть приложения, Википедия или какие-то университетские нетворки. Ну и вот Улом нетворк, то есть вот Станислав Улом, он тоже математик, разные аспекты. Один из методов для динамических систем, которые он ввел, тоже построение некоторой матрицы направленных линков с их самих. Это динамические системы в динамическом хаосе появляются. Ну и есть разные необычные математические свойства, как фрактальный закон Вайла. Может быть, на самом деле система может описываться каким-то фрактальной размерностью, меньше чего-то и так далее. У этих матриц, на самом деле, вот эти матрицы, которые я введу, они как бы физиками особо не исследовались. Но они где-то... А Виль это который? Вайл это тот самый, это как бы вот закон Вайла, вот который число уровней в фазовом объеме. Герман. Да. Ну, это как закон Вайла. Они чуть-чуть не знают, естественно. Он говорит Вайл. Ну, да, инициалы, я, может, не помню сейчас. Это Херман, который... Ну, вот Румер тоже о нем, на самом деле, вспоминается. Воспоминания где-то встречат. Но это закон, там, что-то 13-го года, 1913-го, закон Вайла, это его публикация о числе уровней фазы в мобиле. Но а теперь, может быть, какое-то фрактальное множество. И на самом деле... какая-то фрактальная размерность. И тогда, как бы, когда размер матрицы растет, почти все собственные, ну, матрицы это собственное значение в комплексной плоскости, у нее тогда все могут собственные значения почти все падать в ноль. А только небольшая часть быть вне радиуса равного нулю. Но тогда можно говорить, что вот эти собственные векторы значения, которые имеют большие лямбда, собственные значения по модулю, они, может быть, представляют интерес, но PageRank, ну, скажу, может, позже об этом, такой пример.
Ну, можно применять к совершенно разным вещам. Вот сегодня я буду рассказывать о торговле. Ну, может быть, в эти дни актуально, там, рубль флуктуирует, будем надеяться. Но это работа, которую мы сделали с Леонардо Эрмо, который работает тоже в Институте атомной физики в Буэнос-Айрес, в лаборатории теофизики там. Ну и идея была тоже применить вот этот подход банковских цепей, вот эти ссылки друзей к торговле. Но есть база данных ООН, которая называется Comtrade, у них есть данные, ну вот то, что использовалось в этом припринте, данные с 62 по 906 год. Есть ну, торговые обмены из одной страны в другую, есть полный обмен товаров, когда мы посчитали все товары, а есть товары, которые, ну, продукты, они, ну, там может быть 60 продуктов, но доходит даже до, почти, до 10 тысяч продуктов, сейчас их становится все больше и больше, страны торгуют друг с другом, и это возникает такой денежный поток между всеми странами, ну, за год, у них информация за год. Все страны им отчитываются, те, которые состоят в ООН, присылают им свои данные. Ну и вопрос о том, что как бы рассмотреть вот эти свойства этих торговых потоков. Ну, с идеей о том, что, ну, обычно все страны торгового оборота рангируются по объему торгового. Ну, тогда Соединенные Штаты, там, ну, сейчас Китай уже где-то в первых рядах, богатые страны по полному объему. А здесь, ну вот в Гугле, там будет видно, что как бы все линки, они равноправны в каком-то смысле. То есть в каждой колонке вероятность нормируется на единицу, но в этом смысле это и есть марковская цель, что вероятность сохраняется. Ну и поэтому тогда в таком подходе матрицы Гугля, эта торговля, все страны будут демократически представлены. Будут все страны иметь равные права, как и должны быть, согласно принципу МОВ. Ну вот, и это может быть, да, давать какие-то другие результаты. Ну, в принципе, это принципы. Да. А кто-то проводит прав. Ну, идея такая, что полное одно, какие-то примеры я покажу. То есть здесь будет, в чем будет разница, конечно, полный объем тоже значит, но когда есть какой-то торговый нетворк, то может быть важно о том, что если он какой-то разветвленный, то такая страна, ее торговля будет, ну, как бы устойчива по отношению к каким-то изменениям. Ну, я покажу какие-то примеры, которые какую-то индикацию дают. Ну и, конечно, в принципе, можно было бы думать, что это также можно использовать не обязательно для торговых потоков, но и для банковских переходов. Ну, потому, ну вот, да, я скажу, что нормировка, на мой взгляд, ну, важна для стран. Теперь, продукты, которыми мы торгуем, они, конечно, должны представлять пропорционально их весам. И у нас будет разный подход для продуктов, и для, которыми торгуем, и для стран. Ну, вот это взяло некоторое время, чтобы построить такую концепцию, чтобы продукты могли рассматриваться пропорционально их объему, а страны все рассматривались демократично. Но тем не менее, ну, я могу сразу сказать, что даже... Не, ну это на самом деле результат-то показывает, что даже если я вот в таком демократическом подходе рассматриваю торговлю стран, у меня впереди оказываются страны, ну там, в первой двадцатке G20 мы, ну, находим где-то 75% стран, которые в G20. То есть, и они там оказываются не потому, что они богатые, а потому, что у них торговая сеть очень разветвленная, устойчивая и эффективная. То есть это... Есть какой-нибудь индекс? Ну, есть просто рангирование всех стран. Ну, например, ЦРУ, оно каждый день, каждый год выпускает отчеты, где рангируют вот, по торговле все страны, все продукты. Слушай, во-первых, Соединенные Штаты Америки, которые номер один. Да. Известно, что в новом продукте
у них производство чего бы то ни было, там самолетов, не знаю, там пароходов или газа составляет процентов 15. Все остальное это услуги. Я тебе продал, так сказать, чашку кофе за 5 долларов, а ты мне тоже я на рубильник продал за те же 5 долларов, только мы получили за машину. Нет, да. Вот как бы вот эта база данных, ну нужно оперировать с теми цифрами, которые мы имеем. Ну вот контрейн, ну сейчас, Саша, подожди. Но экономика на самом деле довольно хитрая штука. Это и не так просто все в ней. Вот. Теперь, ну идея такая, что давайте мы попытаемся как-то математически это анализировать. Вот подход такой, как я опишу. Это правильное замечание, что ну, здесь описывается торговля продуктами. То есть, ну при этом. Матрица. Это торговля, если это сказать. Нет, ну хорошо. Торговля услугами, так сказать. Вот нет, это некоторый другой подход. Да, что мы можем рассматривать как бы нетворк какой-то, ну, activity ее назвать. Которая есть разные типы activity или деятельности, там, да, которые вот как торговые услуги, строительство, обучение, еще чего-то. Но это более хитрая система, и на самом деле, вот ну, то, что у нас сейчас есть контакты с World Trade Organization, на самом деле только сейчас они начинают получать первые данные по деятельности. Что может быть другой взгляд, но я опишу результаты вот, только про торговлю. Я не понял постановку задач. Постановка. У меня есть. Матрица. Деньги в долларах. Нет, но вот исходные данные, говорится, для, за какой-то год есть поток продукта П из страны С в страну С'. Вот за год. Ну, он выражен в долларах. Допустим, столько-то нефти Россия продала, не знаю, Германия. Вот это будет в долларах, это матрица. Ну, обычно что делают все, тогда можно найти полный объем торгового мира, можно найти, сколько данная страна всех продуктов продала, можно просуммировать по всем продуктам, и тогда будет полный коммерческий поток из данной страны в другие страны. Я начну обсуждение с этого случая. Но я построю матрицу, вот типа матрицы Гугля. Вот, я объясню, что это, напомню, что это такое, и скажу, как оно получается. А для чего? А для того, чтобы понять свойства вот этого нетворка, который, ну, в принципе, у меня около 20 стран в ООН зарегистрированных. И между ними есть, ну, мы рассматривали пока до 60 продуктов. Ну, то есть, это матрица уже 13 тысяч, это довольно сложная матрица этих потоков. И чтобы понять, какие... Вот и я про эти свойства и буду говорить в этом. Нет, он сейчас объяснит. Вот, например, вот как гугловская матрица, у нее есть, ну, как случайное блуждание по графу. Есть равновесное распределение, ну, по графу. Есть пейдж-рам. Да, вот. Давайте, да. Там много чего полезного. Давайте я двинусь дальше. Ну вот такой прелюдия. Ну, пример, ну вот может быть какой-то пример. Вот это некоторая, ну, то есть это матрица, вот это, как написано здесь, разделенная на свой максимальный элемент, какой-то максимальный торговый перевод, ну и в эстичном логарифме, как функция номера страны и функция номера продукта. Вот порядка здесь 200 стран, и приблизительно 200 продуктов. Ну вот это вид этой матрицы. Цветом ее показана амплитуда, но чем ярче, чем краснее, тем больше этот матричный элемент перехода. Ну вот такая есть матрица. Ее размер, ну если 200 на 100, ну, 40 тысяч приблизительно. Ну вот мы хотим понять свойства. Ну вот здесь показано как бы... вот, рангирование всех стран по полной торговле между ними. И вот такое распределение получается. В каком-то году, в 2008.
Ну, давайте я двинулся дальше. Показываю. Ну, почему нетворк, почему нетворк может быть важен? Ну, конечно, в финансах они любят очень исследовать временное поведение индексов. Но временное поведение индексов, оно совершенно не говорит про пространство. Ну, все могут, как, чтобы предсказать цунами, мерить поверхность океана в какой-то точке и надеяться, что мы предскажем или поймем свойства цунами из нашего измерения в одной точке, будем мерить очень долго и с большим разрешением по времени, но вряд ли мы это поймем, что происходит, но нужно знать пространственные волны в океане, это омега, алка, то есть и время, и координаты. Ну и вот пример, когда какой-то крак в этих нетворках происходит, ну вот пример электрической цепи. Вот, в Северной Америке вот был blackout в 2003 году, вот снимок, значит, вот этой электрической активности со спутника до, за ночью до и ночью blackout, ну вот как бы что-то в каком-то одном месте перемкнуло, и тогда вся это все возмущение распространилось на большую часть нетворка и какие-то contamination произошел в этой системе. Ну и, соответственно, похожие вещи, наверное, и в банковских системах будут происходить. Поэтому мы хотим понять свойства этого нетворка, чтобы знать его свойства, допустим, цена будет меняться, как это все будет влиять, или какой-то, допустим, какая-то страна или банк стал банкротом, а как это повлияет на все другие. Вот какие вопросы интересуют экономиста. Ну, значит, определение этой цепи Маркова. Значит, вот есть какой-то нетворк, сайт 1 показывает на 2, 3, 4. Значит, у нас были единицы, но мы говорим, что все линки у нас равноправны. Когда мы нормируем колонку на единицу, здесь получаем веса 1, 3. Ну все, ну, в каких-то это может быть единица, но есть вот сайт номер 3, который, на который указывает, но который никуда не указывает. Тогда матрица плохо определена, и вот это рецепты Пэвич, Брин и Пэвич, что вот здесь мы тогда должны поставить единицы на размер матрицы. Тогда в этой колонке сумма тоже станет поменяться. Если мы так матрицу доопределим, то тогда эта матрица уже находится в классе марковских цепей. Сейчас, но все-таки вот в такой модели совершенно понятно, чему соответственно, например, собственный вектор. Собственный вектор, он их просто... много. Их тут будет 7 штук, собственно, векторов. Ну, правильно ли я понимаю, хорошо, что вот собственный вектор соответствует тому, его вот эти самые компоненты соответствуют тому, сколько примерно какую долю времени проводит интерпретация, если он... Ну, сейчас я немножко дальше, я чуть-чуть дальше сменусь. Ну вот это значит, мы поставили сюда 1/7, и вот это матрица S. Но дальше как бы Брин и Пейдж, они ввели еще такой демпинг фактор, альфа. То есть эту S они помножили на альфу, и они добавили единицы минус альфа, деленное на размер матрицы, и умноженное на матрицу из одних единиц. Ну, по-прежнему сумма в каждой колонке осталась равна единице, и вот эта матрица Google G. Вот это. Теперь, для чего им понадобилось альфа? На самом деле, если альфа взять единицу, то мы тоже в классе марковских цепей, и вообще говоря, вот все теоремы, которые были доказаны, например, Ферон-Фробениус теорема, она тоже верна, но получается следующее, что... То есть, эта матрица, она... либо нули, либо положительные элементы у нее, но она не симметрична. Вот это класс таких матриц, которые надо исследовать. В физике они никогда не исследовали, за исключением, может быть, задач рассеяния в режиме квантового хаоса. Например, три диска, вот задача рассеяния на такой системе, у нее будут полюса и долгоживущие состояния, связанные с теми орбитами, которые очень долго не вылетают из этих трех дисков. Но поскольку, в принципе, пространство открыто и вылететь можно, то там есть некоторая фрактальная размерность орбит, которая никогда не вылетает. Вот эта фрактальная размерность, она меньше двойки, она будет определять свойства вот этих полюсов этой матрицы. То есть это можно сказать, что есть некоторые аналоги задач рассеяния, но они такие специфические, поскольку
задачи квантового рассеяния, матричные элементы, конечно, будут комплексные. Ну, вот задачи. А так, если они действительные, то есть лямбды, которые положительную мнимую часть имеют, и симметричные, отрицательную мнимую часть. Но как только вот такую матрицу мы написали, ну, есть теоремы, которые были уже доказаны после Маркова, несколько лет спустя, первым Фрабениус, у них доказано следующее, что у этой матрицы, как только альфа будет меньше единицы, то будет только одно собственное значение, лямбда равно единице, и вектор, который имеет, соответствует этому максимальному лямбде равно единице, он имеет положительно определенные элементы. Его физический смысл – это вероятность. То есть вот есть такой физический интерпретация принятой Пейджи была, что вот я рандом серфер, он двигается по направленным линкам, каждый раз следуя направлению линк, ну сколько с вероятностью даваемым матричным элементом. Ну а потом время от времени он прыгает куда-то совершенно на любой узел этого нетворка. Ну и эта вероятность, это обычно как бы считают, что Google работает с альфа 0.85, единица минус 0.85 это приблизительно 1/6. Он говорит, что каждый седьмой джамп, который вот этот рандом серф делает, он идет на какой-то совершенно произвольный сайт этой нетворки. Так, я правильно понимаю, что вот это просто, чтобы у вас не было незрядных компонентов? Это чтобы не было вырожденных. Да, это для чего? Ну, почему? Матрица, современная матрица всего, ну, всех веб-страниц, она около 50 миллиардов. То есть такую матрицу полностью диагонализовать, конечно, никто не может. Но есть такой метод итерации. Значит, что дает еще это альфа? На самом деле, ну, можно это показать, что если лямбда равно единице, а как только я ввел эту альфу меньше единицу, то все остальные собственные значения умножаются на альфа. То есть возникает гэп между лямбда равно единице и все следующие меньше равны альфа по модулю. То есть есть гэп, и тогда, ну что делает Google, он начинает с какого-то случайного начального вектора, и он просто умножает на матрицу G. На самом деле есть некоторое свойство G, то что число ненулевых матричных элементов, ну, во всем нетворке 3W, оно порядка в десятке. То есть умножите вектор на матрицу, это порядка 10n умножений. Но даже если n порядка 10 в десятой или 10 в одиннадцатой, это делается, хотя требует. Ну, когда они начинали, это был миллион, может быть, в 98 году. Ну и они ищут вот этот вектор, PageRank вектор, который соответствует лямбда равно единице. Ну, можно так, все элементы положительные, однормируем так, что сумма их равна единице. Это вероятность того, что когда серфер очень много бродит по нетворку, это вероятность того, что он находится на данном сайте. PPG – это вероятность его найти на данном сайте. Ну и ясно, что сайт, у которого вероятность PPG самая большая, это самый главный сайт, потом давайте мы возьмем следующую вероятность, и все так сайты, тогда мы можем упорядочить в порядке этой вероятности. И это есть вектор PageRank, ну а дальше, когда вы делаете search на какое-то слово, то есть для вас Google, он свое, он помнит все сайты мира, он их зарегистрировал, он придал им некоторую вероятность, всех он прорангировал соответствующим PageRank вероятности вектора PageRank, и когда он находит слово, которое вы ищете, он находит все сайты, которые содержат это слово. Но дальше их могут быть тысячи или даже сотни тысяч. Но он их выдает, эти сайты, которые он нашел, в порядке вероятности PageRank. И поэтому это становится осмысленным. Ну, конечно, это математическая концепция, с которой они начинали. Сейчас много новых элементов они добавили. Google никогда не говорит, что реально они делают. Ну, такой фольклор говорит, что, может быть, значимость этого алгоритма PageRank, она приблизительно где-то на уровне сейчас 20%. Какие-то люди с компьютер-сайенс, то, что они говорят. Но находится, метод очень стабилен, устойчив, и он не очень чувствительный к эффективному значению альфа 0.85-0.5. Если вы в этом интервале от 0.5 до 0.95, то на самом деле эти вероятности не очень существенны, не очень сильно зависят от
Ну, вот появляются новые сайты, они что? Снова все расширили. Они все, да, это вы можете проверить. Иногда вот бывает сбой в лаборатории, компьютер выпадает, вы делаете search на вашу лампу. Вы не существуете, вы пропали, но дня через два вы снова появитесь. Ну, я, у нас такое было, я просто это видно, что вы выпали, и если там произошел сбой, через какое-то время вы выпали, этот сайт. Ну, Google его восстанавливает. Но они, видимо, делают это вообще там, но они делают это, видимо, не для всех сайтов все сразу. То есть у них скорость перегруппировки зависит от значимости сайтов. Ну, конечно, типа масс-медиа, там, BBC, Le Monde или какие-нибудь New York Times, они апгрейды делают более часто, чем какие-то другие сайты. Ну, это уже их ноу-хау, они никогда не говорят. Ну, вот, когда я был в одной из лап в Google, ну, вот, что говорилось, ну, как, даже если вы приятно с ними обедаете во время обеда, который вам предлагают, в отличие от того, что обсуждалось сегодня. Нет, но что интересно, нет, я к чему говорю про обед. Но когда они говорят, это меня поразило. Ну, причем, глава это лабы, но это отделение в Кракове. Он физик, ядерщик, который ну, занимался ядерной физикой, ну, потом ушел в компьютер сайенс, возглавил эту лабу, которая, ну так, research oriented, то есть лаборатория для исследований больше, ну, а не для коммерции. Ну и то, и он, который, и там друг был, который его знал с университета, которого я знал, который меня туда и привел, то есть он, ну, атмосфера была самая дружеская, но потом, когда все равно за обедом говорит, он в какой-то момент он начал говорить, да, но вообще вот наш центр для вычислений, тут он задумывается, говорит, да, это публичная информация, но вот он у нас расположен, один из мощных центров расположен в Сибири, поскольку там холодно и дешевая электроэнергия. Ну вот каждый это прерывается какой-то тем, что человек задумывается, думает о том, может ли он сообщить эту информацию или нет. Называется паранойя. Но есть ситуации намного хуже, о которых я могу сказать позже. Нет, ну Саша, нет, ну, речь идет не о конкретном человеке, а идет речь о системе. Система, она страдает. Ну, хорошо, давайте двинемся дальше. Ну и мне удобно также сделать следующее. Я могу как бы взять направление всех, всех линков, изменить на противоположное, тогда это у меня сопряженное по времени нетворк, ну и для него тоже построить эту матрицу. Ну, я буду означать S со звездой, но это не есть комплексное сопряжение. Я же еще там куча разных поисковиков, которые на самом деле просто раскручивают так сильно, но работают не менее успешно, иногда и более успешно. Не, ну каждый поисковик, он может ориентироваться на какую-то свою аудиторию, но вот Яндекс, он может лучше будет в русском, там, или еще какие-то. Рынок даже до сих пор еще не поделен, и просто удивительно, что Google захватил так много, но Китай отвоевывается своим поисковиком. Европа вообще ничего не имеет, например. Никакого единого поисковика, в отличие от России, которая хотя бы имеет Яндекс. Но ясно, что это приносит деньги, невероятные деньги, потому что вся реклама начинает идти через эти поисковики. То есть, когда, если Google перестанет работать, то весь мир ослепнет. Ну, в каком-то смысле, да, но ты не можешь найти ни Google Maps, ни куда тебе ехать, ни где твой трамвай, ничего. Ну, как скажешь? Ну, вот я вам скажу, да. Ну, был. Я прямо ссылки посылаю. Да, ну, покажу, да. Конечно. Ну, Марков и цепи работают для всего чего угодно. Ну вот, может быть, основной месседж доклада. Вот я буду говорить о коммерции. Ну и вот мне удобно определить еще, значит, S-Star. Ну, у него тоже есть свой H-Rank, F-Star я его называю. Ну и тогда я буду говорить, что это я его назову J-Rank, этот вектор, который с лямбда единицы для изменен. Направление линк. Ну и как, если я все эти вероятности упорядочу, то у меня будет индекс k, k
К1 это максимальная вероятность, К2 это следующая. Ну, а для P-Star будет К со звездой и так далее. К со звездой равно 1, 2. Ну и мы увидим, что в коммерции вот как раз P-Chan, K-Chan, Rank, они очень естественно появляются. Ну, какие свойства такие вот этого 3W, вот этих нетворков? Ну, как правило, они имеют полиномиальное распределение линков. То есть сайты, в которые входят число линков k, вероятность иметь k линков, она падает как k в степени ню, где ню там где-то приблизительно 2.1 для true. Если входящие линки, ну 2.7, ну, это очень приближенные такие, потому что там не всегда чисто такой полиномиальный закон. Ну там для выходящих, допустим, 2.7, ну и тогда можно сразу показать, ну а есть такое как бы, ну оно не доказано, но в среднем работает, соответствует, чем больше входящих линков, тем больше вероятность этого пейджа. Ну и тогда можно написать это соответствие между этими экспонентами, если я скажу, что вероятность пейджа затухает с его индексом k, как единица на k в степени бета, то бета связано с ню. Как только я сказал, что вероятность пропорциональна числу входящих линков, ну и ню будет единица плюс бета. Ну, тогда бета приблизительно 0,9, ну, для входящих, для PageRank, а для ChainRank это будет 0,6. Ну вот то, что я рассказывал, ну какие есть работы, где это для 3W исследовалось, ну мы с Олегом это видели, вот, изучая Википедию, английскую Википедию, где имелось 3 миллиона узлов, ну, такие приблизительно коэффициенты возникают, хотя, конечно, это не точно такие полиномиальные распределения. А в среднем число линков приблизительно десяток. А вот коэффициент перед этим логарифмом интересно, какого порядка? Логарифм. Ну да, вот говорится следующее. Ну и вот, ну как бы была такая работа где-то 98-99 года, 20 строгоц, ну которые исследовали small world. Но все началось, на самом деле, был такой социолог Милграм, который где-то в 60-м году из Бостона уехал в Небраску. В то время, там, в 60-м году, это вообще черти где. И на главной площади этого города Небраски он стал раздавать письма всем прохожим. Ну, говоря следующее, что вот на конверте был написан адрес его друга в Бостоне. Вот, вы, пожалуйста, это письмо должно прийти к моему другу в Бостоне, но не просто вы ему посылаете по почте, а вы должны как бы передать вашему другу, ваш друг передает другому, своему другу, и вот должно достигнуть адресата. И там нужно отмечать число передач. Ну, там где-то он 200 писем распределил, дошло там около 60 всего, но когда сделал среднее по этим 60, он сказал, что нашел, что число передач было всего 6 в среднем. Было некоторое такое действие. То есть это, ну, получило название small world, ну, то, или 6 степень, 6 degrees of separation. То есть произвольных 2 человека в мире, они связаны через 6 друзей. То есть это очень короткая дистанция вот в таких нетворках. То есть ее можно пересечь, хотя она невероятно большого размера. Но, а вот недавнее, ну то, что у нас один из партнеров наших европейских коллаборации из Милана, Вини, они просто, ну, сколлаборировали с Фейсбуком и взяли всех зарегистрированных пользователей Фейсбука, это где-то было года полтора или два назад, было 800 миллионов в то время, и они вычислили вот среднее расстояние между пользователями Фейсбука, которая была где-то 4.7. Ну, она еще немножко меньше, поскольку среднее число друзей в Фейсбуке оно больше, чем легче. Но это вот такое свойство смугу. Оно означает какую-то иерархию, что ли, да? Ну вот это полиномиальное распределение линков. То есть есть такие люди, которым почему удается быстро пересечь все это огромное пространство? Потому что есть очень далекие связи и есть люди, которые имеют много входящих линков. То есть иерархия. Да, иерархия. Но и вот это свойство полиномиального распределения, это, ну, по-английски говорят, scale-free property.
Про это вероятность того, что данный сайт имеет там входящих людей. Ну и эти распределения, ну где-то мы такое с Олегом строили для Википедии, но действительно вы увидите в нем там приблизительно 2,5, или в этой Википедии есть статьи, которые имеют число входящих линков, которые цитируются другими статьями Википедии, ну, 2000 там лучше. То есть в среднем это работает, хотя ну не надо так буквально. У меня здесь нет примера, уже как-то рассказывалось. Ну вот такие свойства, а в среднем число ненулевых элементов, ну оно 10 для Википедии, вот английская Википедия там 3,5 там, миллиона где-то было в 2009, сейчас 4 с небольшим миллионом. Ну, среднее число линков там в районе 20. Ходить. Среднее, ну, это среднее число линков по всем. То есть каждая статья имеет число входящих линков. Ну, входящие и выходящие из этого среднее одинаковые, да? Среднее порядка 20. То есть все нули. Поэтому вот этот алгоритм Гугля, он и работает. Можно умножать эту матрицу, вектор на матрицу, поскольку в каждой строке матрицы почти все нули, только 10 не нули. Поэтому умножить вектор на матрицу — это всего 10 умножений. Поэтому мы можем сойтись к этому по H-рангу и сходимся, ну, где-то 50 сотни итераций, в зависимости от точности. Ну вот пример, который, ну вот, с Олегом у нас была первая работа по английской Википедии, но сейчас как-то немножко продолжается, вот, можно, 24 было Википедии проанализировано, ну и тогда вот все, ну как бы Википедия, такой имидж, это все знание человечества, которое в ней сосредоточено, ну и каждая статья, она цитирует какие-то другие статьи, появляются те статьи, которые наиболее главные по классификации PageRank. Ну и дальше из этих, опять же, можно все упорядочить по PageRank, ну или вот комбинация JRank и PageRank, чтобы учесть выходящие линки, можно тоже делать. Ну вот, например, для среднее по 20, то есть каждое, ну они не связаны здесь, эти Википедии, они независимы, просто мы по ним усредняем, после усреднения, ну вот, первый был Карл Линнеус, второй Христос, третий Аристотель. Линнеус почему? Потому что он ввел эту классификацию всего живого мира, ну и все статьи, там, Дельфин, он цитирует Линнеуса, Линней, на него все идет масса ссылок, и он выходит первым, хотя, как бы, ну, может, в конкретной ситуации он и не первый, но вот для русской Википедии, например. Видно, как далеко они от народа. Нет, как? Мы на роли знаем Линнея. Нет, так вот посмотрите, даже русская Википедия, вот первые 10, это... Вообще это очень странно, потому что я помню какое-то время назад, и я проверял это. Значит, было утверждение где-то там в интернете, так сказать, что начиная с любой страницы, буквально за несколько кликов попадаешь на страницу философии, и дальше там какой-то цикл из двух страниц. И так все. А, на первую линк, если нажимать. На первую. А философия тут вообще не фигурирует, да? Нет, тут все ссылки внутри статьи. Человек — это не единственное живое существо на планете Земля. Есть много других растений и животных, которых невероятно много, они очень большие. Но первое обычно — это страна. Первая страна — это, ну, в России, может, Россия или United States, ну, английская Википедия — это United States. Ну, когда мы какой-то язык берем, итальянский, может быть, будет Италия, ну, тут зависит немного. Но единственное, может быть, для голландской Википедии, там первое — это вот какие-то выходят насекомые, которые, статья насекомых. Я думаю, что вы сравните цитируемость, скажем, в той же итальянской Википедии, кто больше, там Муссолини, Леонардо да Винчи, или этот самый предыдущий пример, то этот предыдущий пример, я думаю, цитируется гораздо больше.
Не, ну это будет только... Не, ну это правда, что в английской Википедии там 60% первой сотни это политики. Ну и там много американских президентов, которых никто не знает. Но когда мы усредняем по 24 языкам, то, конечно, эти люди, их больше в других Википедиях, они появляются там, я не знаю, на месте тысячи какого-нибудь там дальний президент. Почему? Да это не моя картинка, это уже напечатано, это Гарнер написала, это французский. Я слышу, там еще Мухаммед должен был быть гораздо больше, чем Мухаммед. Нет, Мухаммед, он первый в арабской Википедии. Но французский нет? Нет, ну он есть в первой сотне, но он не является первым. Ну вот как в российской, я написал первые 10 в российской. Ну, Саша, вот это первые 10 людей пейджранга в российской Википедии. Это как цитирование нашего университета из Амазона Хикс. Ну давайте двинемся дальше, это как на какие-то примеры показываем. Давайте торговля. Ну, в принципе, есть коррелятор между этими двумя векторами, PageTamp, TCHRAM. Ну, они для каких-то нетворков этот коррелятор близок к нулю. Например, вот нетворк функций, которые вызывают другие функции в кернеле Linux, вот там корреляторы близки к нулю, это вот университеты Англии, корреляторы в районе единицы, четверки, ну, Википедия такого типа. Ну, видно, что зависит от того, какой тип нетворка это. Сейчас, какой смысл? Это, смысл там, это корреляция между PageRank и HRank. То есть каждый узел принадлежит двум векторам, но вообще говоря, он может быть как бы впереди PageRank, но иметь малую вероятность HRank. Ну, например, вот самые, ну, как я сказал, первые статьи Википедии по PageRank это страны, поскольку в страны очень много входит линков, а по чейрангу это такие вот есть списки премьер-министров стран, списки географических названий, но они имеют много выходящих линков. Ну почему это, ну какие, значит, свойства этих матриц? Вот пример спектра этих матриц университета Кембриджа слева и Оксфорда, где-то 200 тысяч размер матрицы, это весь веб-сайта университета Кембриджа, это Оксфорда в 2006 году. Есть такие узлы, которые имеют лямбда равной, ну это показано при альфа единице, то есть здесь приблизительно 1% собственных значений равны единице. То есть это лямбда равной единице, сильно вырожденные, ну поэтому мне нужно вводить альфа меньше единицы. Ну и голубым показаны вот эти disconnected, как бы, ну, как бы такие куски, которые изолированы от глобальной какой-то компоненты. Ты видишь эту картинку, какой вывод ты делаешь? Нарисовал иначе, что да. Вот я вижу, что есть, ну, вот задача понятия, откуда берется этот спектр, какие свойства этих собственных векторов. Вот, ну, есть идея, откуда... Ты что ты хочешь? Либо ты говоришь, что, ну, так, такая картина. Либо я ее могу явно использовать, либо я ее Саша... могу изменить для чего-то. Ну вот будет семинар, недавнюю работу, которая еще не полностью закончена, которую вот сделали во время пребывания Олега. Вот. Ну, можно использовать свойства, если переходить в эти, какие свойства этих векторов, этих матриц. Ну вот с Олегом мы это исследовали. Например, можно найти такие модели, где спектр похож, и мы видим, что в этих моделях может быть переход Андерсона. То есть могут быть условия, когда собственные вектора делокализованы. Ну, переход Андерсона, я думаю, уже все знают. Здесь, хотя это и твердое тело, но у нас есть специалисты по твердому телу, вот, которые возглавляют твердый отдел. Ну, есть система с дизодером, есть разные волновые функции, которые экспоненциально локализованы, которые соответствуют каким-то локальным интересам на этом нетворке. А есть глобальные вектора, которые делокализуются. И вот задача понять, какие свойства этого PageRank, почему мы видим его затухание, ну, в разных нетворках, которых затухает приблизительно как единица на ка, полиномиальным образом. От чего эта степень этого затухания зависит? Может быть, произойти делокализация PageRank или нет? Если он станет совершенно
геолокализованным флэт, то тогда вот Google Search будет неэффективен, потому что тогда небольшая флуктуация изменит рангирование сайта, и это, все это рангирование мировое станет неустойчивым. Ну, вот такой тип задач, которые с точки зрения физики интересен, возникает. Ну вот красная — это как бы одна глобальная компонента, то есть все сайты на ней, они связаны. А есть другое, порядка 20% сайтов, которые не связаны с этой глобальной компонентой, они помечены синим. Ну и мы видели, может быть, задачи типа перфоляции, а? Ну, strongly connected component, они так называют, это красное, да, это единое. А те – это изолированные пуса под пространство. Ну, они имеют в виду, они… В смысле, что strong connection изолированные? Нет, ну, strong connection содержит 80% всего нетворка, всех пусов. Они имеют в виду, что они все равно есть связь с кто-то. Они ссылаются на это, на внешнюю? Нет, но есть изолированные, которые не связаны. И, ну, я уж не буду в это входить, но мы видели некоторое полиномиальное распределение вот этих подпространств по размеру. Я просто слышал такое утверждение, вот еще когда Альтависта существовало, да, что примерно все сети устроены, вот, особенно интернет, устроены так, что вот главная сильно связанная компонента и, ну, те, которые в нее входят, те, которые из нее только выходят, они примерно в равные по 30% содержат. Нет, ну вот здесь, вот в этом примере и Оксфорд, и Кембридж, они приблизительно по 20% подпространства изолированных содержат. Все их меры. В каком смысле изолированных? Я имею в виду, они имеют лямбду, свою лямбду, они имеют свою матрицу Гугля, которая, ну то есть... То есть вообще не связаны? Ну там будет иметься вот такая S... Нет, ну а как про это известно тогда стало, если совсем не связано? Нет, ну мы знаем матрицу, ее можем найти. Я просто попробую сказать по-другому. Вот я видел две картинки для другого университета, очень близкие структуры. Да. Видно, что картинки разные, они довольно сильно отличаются. И что ты можешь вот про эту разницу сказать? Нет, ну вот это говорится, что нам нужно понять свойства, вот как, с чем связаны эти векторы. Хотя распределение распределение пейдж-ранга приблизительно одинаковое в этих двух. Преамфу 0.85, если я возьму, пейдж-ранг придет себя приблизительно одинаково в этих двух нетворках. Ну, вот это была, в общем-то, первая картинка таких спектров, таких нетворков. Вот когда спектр матрицы Google был показан. Ну, во всяком случае, может, Google это и знал, но нигде не публиковал. А вот можно утверждать, что... Ну, и здесь не все показаны, потому что, ну, конечно, полностью такую матрицу диагонализовать невозможно, но есть такой метод Арнольди, который использует то, что у них небольшое число ненулевых матричных элементов, и здесь находится где-то около 6000 собственных значений показано, с максимальным модулем лямбда. Остальные не показаны, поэтому здесь такая вещь. Любое измерение приводит к какому-то выводу. Там, температуру измерил, давление измерил, Саша, два университета. Да. Разные спектры, разные картины. Вывод ты можешь делать какой-то? Саша, изучать какую-то абстрактную информацию, которая не позволяет сегодня чем-то. Нет, ну Саша, ну не сразу все решается, да? Но когда люди увидели, что есть хаос динамический, ну не сразу поняли, с чем он связан, откуда это все происходит. Но это сложное явление, которое долго, там, 20-30 лет изучали, для того, чтобы понять свойства хаоса с небольшим числом степеней свободы. Вот стандартное отображение Чирикова до сих пор, все вопросы в нем не решены. Как затухает корреляция и возвраты Пуанкаре, остается открытым вопросом. То есть, ну, что-то поняли, что-то нет. Это вообще первые... Вот такое изображение, как выглядит спектр, вопросы, с чем это связано и какие те свойства за ним лежат. Ну, это надо изучать, а не говорить, что я все решил. Нет такого. Но матрицы громадные, я сказал, что матрица вот идет под 50 миллиардов, полные 3W. Но Википедия английская сейчас 4 миллиона. То есть, конечно, эти большие матрицы физики, как я сказал, ну вот есть... Random Matrix Theory, которые вот Вигнер, Дайсон развили, она прекрасно многие вещи описывает, и универсальные свойства есть, флуктуации спектра ближних, близлежащих уровней. И это был большой успех, можно взять, Вигнер вот сказал, давайте возьмем гауссовские флуктуирующие матричные элементы, и все, тут же получил вот распределение P от S, которое универсальное, в хаотических бильярдах, и все. Здесь это не работает.
То есть ты можешь взять случайные элементы в этой матрице, но это будет, не будет ничего интересного это не даст, у тебя спектр сколлапсирует в ноль практически. Ты возьми всю матрицу с заполненными элементами, случайными, положительными числами, и ты ничего интересного не получишь. То есть здесь надо придумывать какие-то новые модели, и я просто говорю следующее, что вот это такой класс задач, матриц, которые, ну, находят, ну, Google стоит на этих матрицах, но физики их не изучали, я говорю следующее, что это интересная задача для физиков, чтобы понять. Я не говорю, что я все понял мгновенно, но таких простых примеров, как Вигнер-Дайсон, к сожалению, здесь, видимо, не существует. И, видимо, это не случайно, что 6 степеней 6 degrees of separation в этом small world. Видимо, ты не можешь в этих матрицах построить, когда у тебя очень много линков. Тогда у тебя все собственные значения сколлапсируют вблизи нуля. Это можно показать. То есть должно быть ограниченное число линков, как они должны быть распределены, с какими свойствами, почему распределение линков полиномиальное. Ну вот это какой-то экспериментальный факт, но который на многих нетворках был проверен. Я не говорю, 3W, Википедия и другие примеры. И даже физреф. Вот есть цитирование статей в физреве, вот там для, ну, мы возьмем весь физрев, мы сделали эту работу, но я про нее сегодня не рассказываю. Но все статьи физрева цитируют другие статьи физрева. Это направленный нетворк. Вот, ну, где-то там от начала до 2009 года размер нетворка приблизительно 500 000. Вот. И можно исследовать его спектр и вот посмотреть. Вот, например. Он другого типа, но у него есть вот фрактальный закон Вайла, для него работает. То есть если вы возьмете число узлов, число собственных значений n лямбда, как оно растет с размером матрицы, ну вы по времени будете продвигаться, и вот здесь у вас будет какой-то ню, то ню приблизительно получается 0,5. Для лямбда, ну там в каком-то конечном интервале меньше равно единице, больше равно. Ну то, что он другого типа, это сразу понятно. То, что это дерево, в отличие от вот этого. Нет, ну да. Ну то есть я и говорю, ну вот предыдущий слайд был, вот о корреляторах. То есть вот все эти нетворки, у них приблизительно одно и то же затухание пейдж-ранга и чей-ранга. Но корреляции совершенно разные. Это, в этих нетворках есть какая-то еще внутренняя структура, внутренние законы, которые не так просто. Да, ну вот есть такие вот видно явные такие линии, ну вот это то, что так пытались с Олегом объяснить, но можно брать небольшие матрицы такого 3-4 как бы знакомых, которые сильно связаны друг с другом и слабо связаны с внешним миром. Но такое немножко есть такие, вот, тоже с Олегом занимались, он, я думаю, расскажет это. Круг не может быть лямбда больше единицы, но есть такие, которые циклические, какие-то. Ну, курс, например, могут быть курсы лекций, которые одна лекция цитирует следующую страницу слайда. Ну, какие-то вот такие циклические. Ну, я не говорю, Саша, что я решил задачу. Давайте теперь перейдем к торговле. Я как обрисовал картину. Свойств, ну, торговля также строится, вот если так. Матрицы денежных переводов для данного продукта. Ну вот как растет полный объем торговли со временем, вот от 62 года до 2009, который исследовался, ну, в долларах. Ну, когда меньше играть, ты нас не научишь. Но я вам скажу в конце, что мне препятствует играть вместе с банками. Ну, число стран вот, тоже немножко подросло от 160 до 227. Ну, среднее число линков на страну, оно тоже там, от 50 выросло там, до сотни, то есть довольно сильно заполненная матрица. Вот. Ну вот пример, там, 2008 год. Вот. И здесь вот есть распределение пейдж-ранга, чей-ранга, вот показано такими сплошными линиями. Один чуть красным, другой синим здесь, они приблизительно одинаково затухают, ну где-то такая приблизительная степень единицы на K. Но вот если я посмотрю пунктирную линию, это для торговли всеми продуктами во сверху в 2008 году.
Ну вот торговля, если по объему торговли смотреть, то есть какие-то очень малые страны с малой торговлей, они как-то падают на хвосте экспоненциально, в то время, когда вот я беру такое демократическое реагирование стран, то они все более-менее укладываются на это распределение единиц. Ну и в этом плане я как бы всех рассматриваю демократически. Теперь я могу показать, как это все выглядит, дело все страны упорядочен по вероятности по вечерам, вечерам. У меня есть два индекса и 227 стран. Вот все они, их распределение на этой плоскости. Это индекс PageRank, то есть если K близко к единице, то есть это много входящих линков, то есть много импорта страна берет. Если K большое, K со звездой, то тогда это плохая торговля в экспорте. Ну вот, например, здесь Греция. То есть тогда торговые, почему они все близки к диагонали, это существенно отличается от случая Википедии, ну когда я картинки для Википедии показывал. Поэтому здесь они это совершенно по-другому здесь видят. Они стремятся быть около диагонали, и это причина соблюдать экономический баланс. То есть если я сильно отклоняюсь от диагонали вверх, например, вот здесь немножко плохо видно, но это Греция. То есть Греция была уже в плохом торговом балансе, ее экономика была плохой, но в то время как другие какие-то страны, когда они спускаются вниз, ну а сейчас покажу следующий, может, более крупно. Вот. Ну вот Сингапур, например, это новая Латвия, Австралия, Бразилия, Корея, вот Россия в 2008 году. То есть она немножко ниже диагонали, значит у нее положительный торговый баланс. Ну, значит, ну вот Китай, он как бы здесь. А что значит положительный торговый баланс? Нет, продает, да? Ну, как бы вот если К равно К100, то это, ну, как бы вероятность P, это вероятность импорта, как бы она характеризует импорт. И тогда, если я очень много импортирую, ну вот как Соединенные Штаты, они на первом месте по импорту. Но по экспорту на первом месте стоит Китай. Хотя Китай там третий по импорту. Он больше экспортирует и меньше импортирует. Ну, непонятно, зачем вот это вот дальнодействие вводить в этом смысле. Нет, здесь не дальнодействие, это просто их распределение. Я каждый... Сейчас объясню. Но, казалось бы, просто... Это просто зум. Бери экспорт и рисуй на этой... диаграмме. И будет более осмысленная вещь. Нет. Вот, ну, я покажу потом сравнение. Ну, замечание правильное, что здесь нового я выигрываю по сравнению с тем, что я бы каждый рангировал по объему импорта, по объему экспорта. Вот. Ну, я покажу, что у меня как бы, ну, смотрите, все равно как я говорил, в первой двадцатке я получаю Америку, Германию, Китай, там, Япония, Франция, Италия и так далее. Но я получаю экономически развитые страны, но не потому, что они богатые, а потому, что их торговая сеть экономически, ну, очень разветвленная и устойчивая. Это другой, поскольку все страны, они рассматривались одинаково здесь. Здесь не было того, что если торговый объем большой, то тогда он и... Я на смысле берешь какой-нибудь Содосквары, когда мечта не производится. Ну, дойдем до Содосквары. Вот, но теперь возникает следующий вопрос, ну как мне? Это было как бы рангирование по полной торговле всеми продуктами. Теперь, но я могу взять один продукт и сделать все то же самое. Вот, например, для нефти. Но здесь уже никакого баланса нет, потому что нефть, одни страны ее экспортируют, другие импортируют. Ну вот здесь для нефти, вот Россия, она выходит на первое место впереди Саудовской Аравии, даже если по объему Саудовская Аравия была на первом месте. Но глобально видно, что как бы, какую мне нужно задачу решить. Мне бы нужно было вот написать некоторую глобальную матрицу, которая есть не просто число стран, а число стран умножить на число продуктов, ну вот если у меня там... И ты хочешь, Саша, не только есть и Парагвай, есть и другие страны.
Нет, так вот интересно, что от чего зависит, у меня может цена измениться там нефти, как нефть поменяет на производство машин, там, ну вот, где-то другое, как бы экономические. Да, ну вот, допустим, повысилась цена одного продукта, а это упнется на другой продукт. Ну ладно, ну вот есть такие распределения, можно как бы рисовать, насколько матрица несимметрична, просто по деньгам, вот в 1962-м, 2008 году, как бы рисуем матричную амплитуду элемента в долларах, MGI как функцию MIG, ну вот где-то ли такая диагональная часть есть, но есть и более широкое такое распределение, которое говорит, что ну, вообще... матрица не асимметричная. Ну, могу построить еще распределение. Вот, давайте построим. Ну, что как бы видно здесь? Здесь как бы чейранг и пейчранг в торговле появились совершенно естественно. Они соответствуют экспорту и импорту. В то время как в обычных надборках типа Википедии это не обсуждалось. Это как не очень интересно. Здесь это вполне естественно получается. Вот это полное распределение, то, что ну, они как бы сцентрированы в виде диагонали. Если я как бы поделю К со звездой минус К на число стран, которое немножко меняется за эти 50 лет, а здесь возьму сумму, тоже деленное на число стран, я вижу, что у меня возникает здесь такая как бы вот, плотность высокая здесь, а здесь какое-то такое распределение, но тоже близко к диагонали. Когда экспорт и импорт сбалансированы, но с каким-то распределением. Ну, да, как бы здесь богатые остаются богатые, они здесь, богатые остаются богатыми, а бедные остаются бедными. Вот это за все 50 лет все распределение. Ну, можно какие-то пытаться строить модели случайных матриц. А вот еще такой вопрос. По нынешним временам люди не торгуют, там автомобили, они торгуют технологиями, по инженерам электрикам. Это все производство в Африке, вернее, в Китае. Да. Это я никак не учитывается. Я сказал с самого начала, когда есть другой подход, чтобы смотреть. Здесь у меня только нетворк торговля продуктами. Вот правильное совершенно замечание, что есть, ну, как я сказал, activity или по-русски деятельность, да, можно назвать деятельность. То есть может быть одна деятельность, другая. Какой минус это? Да. Ну вот там разные. Есть продажи жилья, есть строительство. И они все связаны. Потому что это правильное замечание, что когда вот у меня здесь я торгую, допустим, машинами, но никто мне не сказал, как переходит железо в машину. Это есть. Я, например, вот у тебя компания Mercedes. Она разрабатывает, вот, как сделать хороший двигатель, а все производство, оно все сидит в Китае. Спрашивается, они деньги получают, просто потому что они акционеры и владельцы. Но они же не являются, это Германия производителем китайских Mercedes. Где это у тебя было? У меня каждая страна, она продала сколько-то машин за год, она шлет рапорты в ООН и говорит, вот столько там машин продали. С нашей территории. Да, все эти машины реально немецкие, а все заводишко стоит где-нибудь там в Китае. Машины немецкие, в Германии производятся. Нет, все-таки, мне кажется, более важный вопрос с точки зрения вот того целесообразности. Это вот когда вы изучали прохождение по странице, у вас у этого пейджранка есть простой, наглядный смысл. А здесь нету. Здесь есть? Почему? А то же самое, тут реальные деньги перетекают. Здесь, ну как же? Ну это же торговый баланс, это сколько денег одна страна там поставила товара в машинах, допустим, или другим. Они, это реальные деньги перетекают? Конечно. Здесь даже более реально. Рома, ну что там какой-то сервер? Здесь миллионы текут. Ну. Во-первых, когда это не надо взвешивать. Нет, это можно разные. Нет, почему? Я пока. Ну давайте дальше. Винус.
Ну, вот есть флуктуации, вот, например, скорое изменение дельта К за год. Вот если я там посмотрю, как она меняется от К к плюсы, вот на предыдущем слайде были такие распределения этих флуктуаций, но они как-то зависят от суммы, вот есть какая-то такая нарастающая флуктуация, ну и как бы выглядит, что средняя компонента, когда это как газовая фаза, а здесь вот есть флуктуации практически нет, но это какая-то такая solid state phase, где флуктуации много. Давайте посмотрим на индексы каких-то конкретных стран. Ну вот, например, возьмем это К, а это К со звездой, в зависимости от года. Вот как бы, ну, рангирование. Ну, К это, я напоминаю, это профессиональный импорт. Ну вот Россия, например. Вот 96-98 год, вот происходит пик большой в К в России. То есть плохая экономическая ситуация, нефть дешевая, экономика не сбалансирована. Что делает Россия? Она сокращает свой импорт. Сколько денег нет, ничего из меня покупать не может. Это мне дает пик в К, потому что я теряю свое рангирование по импорту. Я отодвигаюсь куда-то далеко, и вероятность импорта падает. И это действительно пик лежит в правильном месте, где-то в районе 87-86 год. Вот кризис 97-98 года, здесь тоже К подскочил. Ну, то же самое для Аргентины, вот 2001 год, здесь большой пик в К, это когда они вот объявились практически банкротами, изменили валюту, и весь импорт у них сократился. То есть это правильно воспроизводит экономическую реальность. Ну, дальше, вот Китай, который... Эту реальность больше, чем... Не учитывается, да. Вот в этом разница. То есть здесь, ну это просто, это скаляр. А здесь у меня учтены лимки. То есть когда я нашел вот PageRank, он учитывает как бы вклад других векторов и наличие других лимков он учитывает. Вот в этом разница. А так по скаляру, ну, полному объему можно, конечно, всех прорангировать, но это не будет, связки не будут вот здесь учтены. Ну вот давайте посмотрим какие-то конкретные примеры. Вот у меня рангирование по всем торговле всеми продуктами в 2008. Ну вот, например, это рангирование по экспорту, по объему торговли, вот как Рома любит. А это по чейрам. Ну вот, например, Сингапур, он здесь на 15 месте, а по чейрам он перемещается на 11. То есть почему? Ну, небольшая страна, но здесь она занимает уже 11 место, она существенно повысила свой ранг в этом подходе. Ну, это торговая страна, которая торговая, небольшая, но тем не менее. За уровнем жизни она гораздо выше стоит. Спрашивается, если ты будешь эти показатели улучшать, или пойдется какие-то твои уровни жизни? Саша, ну, уровень жизни – это такая, другая концепция. Как здесь это связь с внешним миром. Это устойчивость, на самом деле. Ну, да. Вот эта страна, она будет, это значит, что то, что она поднялась, это значит, что ее разветвленная торговая сеть, которая ее будет протектировать против каких-то флуктуаций разных там продуктов, если их цены будут меняться, она будет себя вести устойчиво. Индия тоже поднимается существенно вверх, она как бы вот определенную торговлю с лежащими азиатскими странами. Канада опускается вниз, ну, за счет того, что, ну, интерпретация такая, она сориентирована в торговле на Соединенные Штаты и сервис, главным образом. Это очень большая связь в Штатах, она идет вниз, поскольку у нее мало связи. Вот такая, как бы, есть интерпретация, ну, можно похожая вещь про Корею. Получается, что United Kingdom устойчивее, чем Российская Федерация? Нет, наоборот, неустойчивый.
Вот. Ну, UK, оно как бы там и по временной зависимости видно было, что оно там как. Вот UK было, вот это был UK. Вот UK, он довольно сильно терял время в разных, по всех, по двум индексам отодвигался. Ну, экономически UK не сказать, что... Вообще не сказали, гораздо лучше, чем Германия сейчас. Это 2008. Вот. Теперь, значит, вот здесь можно ориентировать все только по нефти. Ну вот здесь как бы, вот по объему опять, первая Саудовская Аравия, вторая Россия. Ну, по чей-рангу позиция меняется, Саудовская Аравия сильно опускается с первого на шестое место. Россия выходит на первое место, поскольку она имеет более разветвленную торговую сеть и нефть. Сейчас еще Китай будет продавать. Да, ну правильно, это логическое решение. Вот. Но есть и видно, что они, ну, Казахстан выходит на второе место, сильно поднимается. Теперь почему? Потому что, получая новую в этих данных, видно, что Россия покупает нефть у Казахстана. Вот. И это немедленно поднимает ранг, если первый лидер пейдж-ранга там, он указывает на какой-то другой сайт, то тогда ранг этого сайта невероятно поднимается. Ну, может быть, это слишком эксцессивно, но причина еще в том, что, конечно, это только нефть. Но по-хорошему надо было бы объединить все и составить нетворк, который уже будет порядка там, 20-40 тысяч сайтов, и рассматривать его совместно. Нет, ну вот действительно, если вот эту пару посмотреть, Россия и Казахстан, да? Да. Вот что для Казахстана означает вот наличие того, что он продает России нефть? Казалось бы, наоборот, связь так в другую сторону. Россия, как экспортер нефти, может от этой нефти, в принципе, отказаться. Может, ну, и она так, почему-то нет. Казахстан это не преимущество, нет. А недостаток? Нет, какая подуплика под этим лежит? Ну, тут две, может быть, либо какие-то районы. Вот им нужно дешевле купить в Казахстане, как географический аргумент, либо политический. Это я понимаю. Я говорю о целесообразности вычисления этого чей-ранга с точки зрения того, насколько он характеризует устойчивую позицию Казахстана. Сейчас, Рома, ну правильно, я к этому и иду. Я говорю, что это индикатор того, что не совсем все хорошо в этом нетворке. Почему не совсем хорошо? Было все более-менее нормально, когда я исследовал торговлю по всем продуктам, но когда я исследую торговлю по одному продукту, флуктуации выше, потому что один продукт, он не является независимым от всех. Я должен учесть всю экономическую торговлю. И поэтому мне нужно построить нетворк, который имеет все страны и все продукты. Вот для этого, ну, на это у нас взяло время. Потому что здесь как бы нельзя просто так вот взять эту матрицу и построить. Но я перейду к следующий слайд. Ну, может, я пропущу эту часть тогда. Давайте. Если продавать больше, будет лучше, а это вообще другое понятно. Ну вот, как перейти к тому, чтобы построить глобальную матрицу. Вот, например, есть данные 61 продукт. 227 стран, это пример разных лет, где-то он там, ну, 68-й, здесь 4 года, где-то через 10 лет начинает 68-го, 78-й, 98-й, 2008-й. Значит, что делается? Строится эта же матрица, вот S и G, они так, как и раньше строились, то есть все эти потоки уже в доллар для всех продуктов, но матрица размера 13 000, 14 000. Делается следующее. Вводится preferential vector или personalized vector. Вот VI на EG, EG это строка с сплошными единицами, там деленная на N, а это вектор, который имеет такой смысл. То есть мы введем. Ну, как бы мне нужно учесть вес каждого продукта. Ну, конечно, торговля в спичках и спичками и нефтью, я не могу сказать, что они демократичны. Нет, нужно вес и в деньгах учесть правильно. Для нефти и для спичек. Ну, и поэтому... Почему ты используешь слово демократичное? Какое отношение к демократичности? Ну, демократично это как Брин и Пейдж делали. Они рассмотрели все линки. Да, да, да. Да, 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 да,
А как равноправная? Ну, может быть, но это с английского, да. Равноправная. Теперь вот, а здесь вводится такой вектор, который пропорционален весу данного продукта в общем мировом балансе. И этот вектор, на который все проецируется. Ну и делается одна итерация, находится по ячрам. И потом делается еще одна итерация, когда этот вектор уже заменяется просто вот по ячрам, который мы нашли после первой итерации. И вот этот метод, он дает разумное, значит, рангирование всех стран и продуктов. Ну вот здесь, например, я показываю, ну давайте вот этот 2008 посмотрим. Вот у меня 61 продукт, и я сделал, суммировал по всем странам, и я получил рангирование продуктов на плоскости К и К со звездой, но для продуктов. Вот. Но если бы я делал только по объему торговли, как любит Рома, я бы получил диагональное распределение, поскольку все, ну, после того, как я просуммировал по всем странам, экспорт и импорт для продуктов он симметричен. А здесь я получаю асимметричную матрицу, то есть я вижу, что у меня есть продукты, которые более ориентированы на экспорт. Ну вот здесь, например, есть одежда, вот красные это такие одежда, вот еда, вот такие вещи. Какие-то из них вот рыба и еда, они более ориентированы на экспорт, они находятся ниже диагонали, а есть такие, которые больше ориентированы на импорт. Ну и это не содержится совершенно в таком рангировании по объекту. То есть есть продукты, которые имеют разную ориентацию. Ну давайте посмотрим пример. Вот это уже вся плоскость для К и К со звездой. Ну, для нескольких стран, вот для вот продукт одной контроля 72, это торговля электрическими всякими машинами. Для 6 стран, ну вот траектория Китая, она начинается здесь, это 62 год, и вот она идет и кончается здесь, вот он продвинулся к этому продукту, наверное, далеко. Вот Россия в этих машинах, ну, которая улучшила свой ранг, но все равно выше диагонали находится, то есть больше импортирует этих машин. Вот картинка для нефти. Вот здесь есть траектория России, которая выходит на первое место. Это последнее. Но это до 2009 года. Вот траектория Соединенных Штатов, которая как бы меняет свой ранг, сильно поднимается. Вот эта таблица. Теперь уже когда я рангирую и продукты, и страны. Ну вот продукты пронумерованы так называемыми индексами. Ну, я покажу. Вот. Ну, на первом месте по экспорту это вот 72, это производство таких электрических аппаратов, ну такой средний, ну типа холодильник. Ну, типа холодильник. Вот. Первое Китай, вот торговля по этим аппаратам по объему. Вторая Россия, нефть. Ну, третье опять Китай по другому типу электрооборудования. Ну, в Чайранге Россия выходит на первое место. Ну, Китай выходит на второе место, но в торговле одеждой. То есть вот одежда, она была очень ориентирована на экспорт, и она очень так имеет много связей, большой, много линков, и вот она здесь появляется. Но по импорту Штаты на первых местах. Дальше идет Европа. Ну, а здесь мы видим, что все изменения происходят для той же Индии, например, Таиланд высоко поднимается по торговле вот рыбы. Ну, вот такие есть данные. Ну и можно, ну дальше, как бы эта работа, еще часть работы не закончена, вот как-то глобальная матрица. Ну, мы видим, что как-то она более-менее разумная. Рангирование стран и продуктов. Ну, дальше идея рассматривать баланс коммерческий данной страны. Вот пример. Значит, у меня есть такой баланс данной страны. Это вероятность пейдж-ранга, чей-ранга
минус вероятность page number, то есть экспорт минус импорт. Я суммирую по всем продуктам для данной страны, я делю на сумму. H-ранга, H-ранга. И теперь дальше берется произвольная по цене какого-то продукта, вот в данном случае по нефти. Вот. Ну и когда я беру производную, вот значение этой производной отложено. Если она положительная, то как бы экономический баланс улучшается, если отрицательная, то ухудшается. Ну вот, когда нефти, вот, мы видим, что вариация нефти, она как бы, если нефть понижается, то Россия идет вниз, Китай улучшается. Он много экспортирует электрооборудование, но его будет легче производить при дешевой нефти. Ну, вот такая. А в Африке там что-то такое сильное? Ну, в Африке есть Саудовская Аравия, которая ведет себя похожим образом, как Россия, тоже большой производитель нефти. Венесуэла. Где-то у нас Нигерия. А синяя? Синяя, Китай. Ну вот здесь еще есть пара стран. А где-то рядом. А? Нигерия. Ну вот это, например, Нигерия. Да. Ну вот Алжир тоже немножко идет в красную сторону. Ну, ну как бы работа еще не совсем закончена, но дальше как бы идея такая, что. Вот. Идея такая, что как бы, я могу тоже посмотреть, допустим, изменение цены на нефть, но здесь как бы глобальный баланс страны, а я могу посмотреть еще, что произойдет для какого-то конкретного продукта, например, как изменение цены на нефть будет влиять на распределение, допустим, торговли электрооборудования. А что тут за страна в Европе коричневая? Это Германия. Наш друг. Она берет газ, а газ очень сильно реагирует на цену нефти. А вот она просто ну, потому что она. Через нее идет большой поток газа. А газ. Ну, поэтому она как она выступает отчасти как торговец газом. Какое соотношение доходов от газа и нефти в России? Ну, газ все-таки мало, меньшую существенную часть. Меньше, конечно. Конечно, намного меньше. Намного меньше. Ну, да, 4 примерно. Ну, да, вот так. Примерно, ну, имеется в виду, что мы продаем примерно на 60 триллионов газа, на 280 нефти примерно. Но вот, в полном объеме торговли два основных показателя, как бы, продукта, которые играют роль, ну, вот они синие, это вот как бы производство машин. А черные это вот нефть и нефтепродукты. Ну, вернее, наоборот, синие это нефть, газ, вот такие продукты, уголь. А черные это вот индустриальные машины, ну, электрооборудование. Вот это. Ну, видно, что, например, это где-то там 80-е годы они были. Электрооборудование и машины были не так важны, но сейчас и вот раньше, начиная до 98-го. А потом они стали существенно улучшили свои позиции и стали. То есть они приблизительно поток от них идет сравнимый с нефтью. Нефть она на практически первое место близко по объему. А, ну вот была. Может, я это не показал. Да, ну, у меня нет, но там есть такой график, который, ну, я его не показал, но есть график, вот, например, уже когда я учитываю все продукты, вот узел Соединенные Штаты нефть. И вот в районе, ну, и они всегда по чейрангу, позиция там типа 5, 10, она как-то флуктуирует. Ну, вот здесь их видно, она. Вот. Но у нее есть, значит, в районе 85-го года они выходят на первое место по чайрангу и стоят на первом месте лет 5-6 лет. Хотя в это время, с 85-го года, ну, нефть практически ничего не стоит. И они выходят на первое место вот в этом чайранге, занимают первые позиции по экспорту. Ясно, что это чисто политическое решение. Но тебе невыгодно торговать нефтью, которая ничего не стоит. Но тот факт, ну вот это был развал Советского Союза.
То есть вот они где-то с 85 по 90-е годы, они держатся на первой позиции. Ну, можно и так. Говорят, потому что представляете, что это одинаковые по экспорту. Саудовскую Аравию и Нигерию. Вот в Нигерии там 3% получают прибыль, а остальные сколько медикуют. А в Саудовской Аравии это практически равномерно более-менее размазывается доходы по стране. Да, это хорошо. Да, это там на самом деле он там живет хорошо, но все остальные тоже живут хорошо. Нет, ну, отношение населения там России в Саудовской Аравии. Там сотни, да. Почти все это будет сколько? А в Саудовской Аравии какое население? Нет, 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 там 10-15, что-то такое. 15. Ну, то есть приблизительно Саудовская Аравия, это десятка. Вот интересно, в этой системе явно надо вводить поправку на количество людей, которые занимаются данным бизнесом. Саша, здесь цель у меня не есть определение социальной справедливости в данной стране. Это как котируется данная страна, насколько она успешна. Успешно, ну, вот пример Китая. Ну что ж, смотри на вот эту траекторию по... Вот и Россию ты сравнил. Да. Россия застряла, а Китай пошел. Даже не имея нефти. В нефти Россия взяла. Ну нефть поднялась, она вышла на первое место России. Нет, ну Саша, если бы нефть столько не стоила, то было бы хуже, наверное. Хорошо. А вопрос, что вспомнилось, что ведь это на экономическом факультете, например, студентов, вот они с этими матрицами, по-моему, только и имеют дело. Всякие разные матрицы и всякие итерационные вот эти методы тоже они используют, там, не знаю, там, матрица товаров там тоже имеют дело. Неужели вот что-то похожего они не умеют делать? Нет, экономисты. Ну, я вот знаю коллег из... Ну, там вот как бы, да, ну, может, я не, да, у меня какой-то есть последний стран, но вот у меня был доклад, ну, похожие вещи можно делать для финансовых потоков, ну, между банковскими единицами. Но размер финансовых нетворков, он, я конечно, он пренебрежен мал. То есть вот весь Federal Reserve, ну, Соединенных Штатов, все банки Федерального резерва, их всего 6, ну, банковские, ну, офисы, единицы, которые переправляют деньги в Федеральную резерву. Их тут всего 6600, по-моему. А какой поток денег, как они контролируют? Что 6? Они же деньги из воздуха. Ну, Федеральный резерв – это все, что имеется в Соединенных Штатах. Ну, вот это тоже вот пример нетворка из одной работы, но как бы несравнимо их размер этих нетворков, но весь мир может будет 50 тысяч. Все банковские отделения Бундесбанка в Германии это 2000 всего. И что? Вот. То есть нетворк очень маленький, но, то есть, конечно, бы эти методы... Это не мешает жить, на самом деле. Нет, но это как... Ну как, но кризис, Саша, мешает, потому что, ну вот я был в 2012 году в Бундесбанке во Франкфурте. У меня был приглашенный доклад. Они открыли после 2008 года. Это такой, это security намного такая более впечатляющая, чем ИАФ или другой, или чатовский. Нет, ну вот они просто после 2008 года создали департамент макроэкономической стабильности, в котором они набрали 150 человек. Причем там много, даже русские девочки, там 6 Наташ. Вот. То есть, ну они считают, немцы, они считают, что, ну, это действительно проблема, когда у тебя вся банковская система полетела, и ты ударился в какой-то финансовый кризис, хотя, ну, экономический, вроде он, ниоткуда он спрашивается взяться. Ну, есть проблемы, это вот как blackout, который я показал в начале, в районе Нью-Йорка, когда что-то небольшое
что-то перегорело в сети в одном месте, и поскольку все это напряжение скинулось, и все вылетело. Такое похожее было в этом финансовом нетворке. Ну, их бы можно было бы тоже исследовать, если бы был доступ к данным. Тогда можно было бы как-то прогнозировать и смотреть, когда происходят эти кризисы или их предвестие. Ну, все. Мне кажется, что все-таки с точки зрения метода, может быть, он менее обоснован, особенно вот нормированный, чем, скажем, тот же самый метод для... Но тут я учитываю связь. Ясно, что когда ты начнешь менять цену одного продукта, то при этом цену, которую не увидишь влияние на другом продукте. Они не связаны в этом нетворке. Они просто как сумма входят, но ничего. Нет, я имею в виду, что вот изначально идея... Ты не сможешь, ты не видишь, как изменение цены в одном узле перейдет на, в данном продукте, как оно повлияет на другие узлы в другом продукте. А здесь я это увижу, потому что у меня глобальный нетворк, и все связи учтены. Нет, ну опять же, вот этот пример с Россией и Казахстаном. Казалось бы, Казахстан... Нет, ровно, но я же продолжил после этого. Но я же сказал, что... Это вот было видно, было слабые стороны этого подхода, потому что я учитывал только один, торговлю только нефтью. У меня была матрица 200 на 200, только в нефти для 200 стран. Дальше я перешел уже, вот у меня матрица построена, которая была построена для всех продуктов и всех стран, это около 14 тысяч. Здесь уже все правильно учитывается, но я не показываю эту картинку, но там уже не было такого влияния, ну как здесь, вот Казахстан, может дальше в этой таблице появляется, но здесь уже нет Россия 33 на первом месте, а Казахстан, ну есть он 33, но он уже там на 17 месте где-то появляется. То есть этот дефект, он уже был учен в этой сессии. Да, все эти компании, так сказать, консалтинговые, они примерно тем и занимаются, дают совет. И дальше ты мне говоришь, я вам учел там и банановую нефть, и я говорю, что вы, ребята, покупайте больше бананов, и тогда ваши торговые нефти будут более устойчивы. Нет, Саша, консалтинговая компания, которая дает рекомендации, там есть глубокие математические алгоритмы, которые запрятаны. Вот есть Netflix Price, про нее слышал или нет? Есть такая компания Netflix, которая первая по поставке фильмов. Вот, сиди в Америке, она сейчас приходит в Европу. Вот они года 4 или 5 назад, они выставили премию в $1 миллион за следующий вопрос. Вот у них есть пользователи, есть название фильма. И вот пользователи, они выбирают какие-то фильмы. Но эта матрица, там у них где-то 100, там, миллион пользователей, там 100 тысяч или сотни тысяч фильмов. У них матрица, она плохо определена, потому что там нет такого числа голосования, сколько есть число элементов. Там, ну ты знаешь, может, число элементов матрицы, которые там процент или меньше, тысячная, ну, десятая процент. И нужно восстановить всю матрицу для того, чтобы дать рекомендацию пользователю. И это был конкурс, который продолжался года два, разные компьютерные группы. И они придумали очень мощный метод, такой вот, ну его recommendation system называют или нет, по которому когда-то, даже если знаешь малое число элементов в этой матрице, ты можешь ее с большой вероятностью восстановить назад. Это задачи типа spin glass, вот такие вещи, которые за этим стоят. Вот, и люди получили за это $1 миллион. И на этом работают действительно рекомендационные компании, потому что когда ты даже не знаешь всей информации, но идея там такая, что на самом деле вот эта матрица, которая там, ну, 100 тысяч на 100 тысяч, на самом деле люди, они не очень разные друг с другом. И существует... Нет, Саша, ну дай договорить. Дай договорить. Это все считается за баран. Нет, говорится, что есть... Ну, Саша, ты, я же не закончил, ну зачем? Вот. Что есть, существует несколько десятков таких типичных разных характеров. И это на самом деле, эта матрица, она есть, хотя она и является 100 тысяч на 100 тысяч, но на самом деле это ранг ее
Это есть произведение двух матриц, каждая из которых имеет ранг несколько десятков. И предположив это, мы можем восстановить эту матрицу и проверить, насколько хорошо мы ее восстанавливаем. И действительно, люди увидели, что вот такие методы хорошо работают, и за это Netflix дал миллионную премию. Там все фильмы мира фактически учтены. Какие-то Голливуду принадлежат, какие-то другим. Это компания, которая продает все фильмы, дает посмотреть фильмы, не только Голливуд. Там все фильмы мира. Их порядка там миллион или там несколько сотен тысяч. Ты сколько раз в год ходишь в кинотеатр? Саша, почему? Ты смотришь по интернету свои фильмы. Ты берешь локасьон. Ну почему? Ну ты просто берешь CD или ты смотришь через интернет, тебе провайдер дает фильм, ты выбираешь, и ты его смотришь дома. Он знает, что ты смотрел. Ну хорошо. Наилучшие новогодние пожелания.